Здравствуйте, меня зовут Динара Каримовна. Я вас ознакомлю с процедурой хиджама. Перед нами молодой человек, 21 год, не имеет никаких заболеваний. И мы сегодня будем ставить на 5 основных точек. Для этого нам понадобятся банки одноразовые, которые мы дезинфицируем сами. Впоследствии после процедуры утилизируем спирт, перекись водорода, оливковое масло и одноразовые перчатки, также лезвие одноразовое. Для начала процедуры мы очистим кожу, дезинфицируем кожу спины, области спины, а также наденем поясничную зону и шейно-воротниковую зону, так как будем делать на 7-й шейный позвонок. Сейчас мы поставим на 7-й шейный. То мы поставим с правой стороны на угол лопатки. Он называется right. Поставим сначала с левой стороны, потом с левой стороны, левый угол лопатки, а также посередине. Вот уже поставили 4. И заключительная точка поставим на L5S1. Лезвие запаковано у нас. Открываем. Берем новый тампон. Ладно. Дезинфицируем. И начинаем процедуру. Убираем баночку. Делаем мелкие надрезы. Надрезы должны быть, можно сказать, насечки. Мелкие и частые. Ставим насос в сам баночку и ждем. Как же? Надрезаем, делаем маленькие насечки. Через насечки у нас выходят склеивающиеся эритроциты,
которые нам забивают кровь. И также последствия делаем на остальные три банки. Так, мы сделали на пять основных точек. Я подкачала. Поэтому я не поставила масло, потому что я подкачиваю, потом снимаю один раз. И масло подмазываю в последнюю очередь. Так, это у нас уже третий раз я подкачала. Сейчас я буду снимать аккуратно проспиртованными ватными дисками. Ну, начнем оттуда, откуда начали. Аккуратненько спускаем спуск. Это у нас уже кровь. Ватные диски у нас должны быть проспиртованы. Банки утилизируем. Я убрала первый раз, два оставила. Ничего страшного. Молодой, здоровый человек. Можем так перекисью обработать. В конце все равно мы процедуры будем все обрабатывать. Посмотрите, какие сгустки. Это все склеивающиеся эритроциты, вирусы и бактерии. Еще перекись. Хотя у нас проспиртовано. Так.
По окончанию мы проходим спиртом и сначала проходим перекисью водорода. Хочу заметить, что седьмой шейный позвоночник очень важный, так как через него проходят все сосуды, все капилляры, помогает нам циркуляции крови, поток кислорода в головной мозг. Сейчас я пройду спиртом. Заключение оливковым маслом. Сегодня у нас такая маленькая процедура вышла. После окончание мы дадим человеку выпить воду с медом. И желательно сегодня не кушать мясо, кушать зеленые салаты и поспать. Спасибо огромное за внимание.